Лето – сезон ремонта. Именно летом начинают приводить в порядок дороги, дома и школы. А в этом году сошлись все факторы. И погода хорошая, и средства на ремонт выделяются. А насколько эффективно все это используется, посмотрел глава Чувашии Михаил Игнатьев. 9 первых классов откроются 1 сентября в 56-й школе города Чебоксары. При проектной мощности 825 в этом году здесь будут обучаться 1648 детей. Вторые, четвертые, шестые классы будут учиться во вторую смену. К тому же пришлось переоборудовать помещение под мастерские в учебные классы. А учиться строгать и выжигать по дереву мальчики будут в соседнем со школой помещении. Там сейчас идет ремонт. Полы уже сделали, забетонировали, ну, демонтажные работы тоже провели, мусор вывели тут только 6 КАМАЗов, потом стены, канализацию, водопровод, отопление, кровля ремонтируется тут полностью. В доме номер 3 по улице Гагарина ремонтируют балконы и фасады. По муниципальной программе развития жилищного строительства и сферы ЖКХ города Чебоксары. На это из городского бюджета выделено 75% стоимости. Остальное доплачивают сами жители в рамках инициативного бюджетирования. А по программе капитального ремонта еще в 2015 году здесь обновили систему отопления. В 2018 – систему электроснабжения, водоснабжения, канализации. На сегодняшний день претензий пока нету. Потому что ребята работали очень хорошо, особенно канализации и холодной воды. Ну, они работали до 12 ночи даже, некоторые дни. Собираемость взносов за капитальный ремонт по городу в целом 84%. В республиканский фонд капремонта ежегодно поступает более 900 миллионов рублей. По краткосрочному плану 2018 года первоначально было запланировано капитальный ремонт в 252 многоквартирных домах. Проведя аукционы на отбор подрядных организаций на выполнение работ, проведя оценку достоверности сметной стоимости, оценив ситуацию и техническое состояние внутри помещений, экономия получена определенная. Соответственно, на эту экономию дополнительно в этом году запланировали 86 объектов к ремонту. Глава республики посмотрел и как идет ремонт дороги по улице Гагарина. Асфальт здесь укладывают в два слоя. В рамках программы «Безопасные качественные дороги» на ремонт выделено 55 миллионов рублей. Вот эти технологии, как они показали, через год, через два? Ну, они более, трещинообразование, они более устойчивые. Все-таки основание усилили, а если чисто асфальт положить, отраженная трещина, она выходит на следующий год. Всего в Чебоксарах должны отремонтировать 35 улиц и один заездной карман на Богдана Хмельницкого. Это 37,5 километров. Уже завершены работы на 21 объекте. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика.